Смысл? Вы встаньте, короче, на северо-западном углу. С башни не видно ни хера. Что там делать? Приходку видно было. Из леса? Ну а что бы нет? Дерево поломать и нормально. Сюда вставайте. Да там все делается. Вообще в лесах. Ничего не видно из меня. Мы, кстати, в обороне или что? Встречи. Нам надо квадраты заховать. Или всех убить. А, это что ли? А чё, до сих пор эти БТР со страйкером не могут друг друга пробить? Да. Ну, страйкер, наверное, БТР все-таки пробьет с близкого расстояния. Нет, здесь они такие в лоб не пробивают друг друга абсолютно. Какой страйкер? М2? Так, М2, враг, да. Догнали с управляемой турелькой. Это, мы как-то будем договариваться, что раз мало людей, типа, ну, там, с одной техникой? Или как? Или, типа... Господи, сколько техники будет, столько будет. А Сдоник, вам... хватит ограничения вводить. Там... Вам конец, кстати, Сдоник. Все, он пошел сдаваться? Да. Мы пленных не меряем. Это дальность 2000 метров прорисов. То есть одного конца, другой конец аэродрома не видно? Нет. Почему? Потому что 2000 метров прорисов. Не видно. Вы всякие хитрые типы не вставали в одном углу и не крыли весь аэродром. Подожди, если 2000 метров, здесь то есть режем на 2, максимум. Это получается километр. Километр, да. А взлетка больше километра. Чуть больше. Да там. До забора. Вообще, у нас все равно все просматривается. Даже посредине встанешь, да? А если с одного края, то нет. Ты ж не один. Так что это? А вдруг он здесь один? 70. Попадает в диапазон? Кто куда? Да, попадает, попадает. Ну, давай 70. Так, иди пехота наша будет. Бетер, понятная пехота. Че, в зеленке? Да, я думаю, двигаться по зеленке. Направо. КВшки будем писать? Лучше на юг двигаться, конечно. ДВшки? А мы с территории выходить можем сами? За красную эту зону, нет? А, за красную? Нормально. Может сразу зарашить какую-нибудь группу рандомщиков на ту сторону? Возьмем, ты это желтый. Ну, на батарее только. Нет, пешком почему по лесу? Не успеешь. Как? Они, видишь, стартуют где, и мы где. Ну, одинаково приезжаем. Ну, они, наверное, на середину зон подъедут там, и мы на середину. Да не, мне кажется, они с высоты будут вот с юга, вот зеленку займут, и будут пробиваться. Ну, это оптимально, по крайней мере. Я бы вот так прошел бы. Здесь затаил себя. А лучше наоборот. Аудитория, ты, по-моему, тогда там бегал, да? Да. Вот где, смотри, где лавку вот они могут поставить, вот на этой высотке, например. А что это за маршрут такой? У них лавка, что ли, еще появилась? Не-не, у них только страйкера. А, ну страйкер. Крак, что это за маршрут? Крышня. Это маршрут победы. Ты лучше отстрел запили захват данных. Яд зачем это должен делать? Ну ты же у нас мастер по карту. Главный по всему. Там, по сути, пилить-то особо ничего, просто аддоны поменять. Давайте только быстро не утаемся. У нас есть медицина вообще? Бэтр сразу не уезжает, у нас 5 минут фристайм. 5 минут фристайм. Техника Отлично. Через 5 минут открывается. Потому что нужно уже стартовать. Да. Договоримся потом. Пусть тогда пехота бежит. Кстати, добежать успеете вовремя, то есть он, доходите до заборчика, пересекаете его и фристайм заканчивает. А на частотах дефолтом будет?
Ну, я написал внизу, если видно. В смысле, можно рашануть до истечения фристайма? Просто без техники. Пехота убежать будет... сможет, техника останется, будет 5 минут такать. Стоп, у меня нет так нет на карте. Кошмар. А смысл, мы пробежим туда все оставшие. Блять, кто это булькает постоянно? Как? Булькин. Так, погнали, ну, чё, ждём. Мы готовы, да? Стричь не будет, здесь нельзя быть готовым. Ну, ну так что, в итоге ждём или бежим? Дальше, чем нам ехать. А лучше прибежать, я думаю. Беттер в любом случае ждёт. А Беттер уже решили, кто Беттер? Ну да, занят. Как он там и занят. А, ну отлично. А здесь, Паша, как техника для членов экипажа или для всех? Я не люблю такое извращение. У нас что, один бетер только? Не, почему? Здесь все заняли могут... один. Да занять могут все, Паша только что сказал. Там вряд ли кто-то будет за ним. Там УАЗик есть еще. Тоже залочены, да? Ну, конечно. Ну, вдруг покататься кто-то захочет. Крэп, а может быть возьмем УАЗик и поедем на казармы? И оттуда... Будем через юг двигаться. Там все открыто. Там лесом закрыт только вот уголок с казармами самими все. А у страйкеров тепловизоров есть? Это было бы нечестно. Нет. Надо писать пиндосы. Пиндосы это в Греции... Переселенцы там они из района одного. Жители пиндоса. Паша, да, это да. Все фигня, да, для нас они пиндосы, есть пиндосы. Смотрел Пучкова, что ли? Иногда. Что он там говоришь? Неправильно, непонятно откуда это взялось. Грамотно его нифига. А как правильно говорить? Не, пиндосы, просто пиндосы это какие-то там другие люди вообще. Не имеющие отношения к американцам. Я уже не помню, кого он там называл. А, просто называют это тех, кто там переселились и немного грабили районы, куда переселились они. Вот. Это же про американцев. Потом называли этих еще в Польше, когда там совок прекратил свое существование. Я так чувствую, что создонник там опять залип. Они тебя еще планируют, что ли? Так стартую, не жди. Не уже еще фристайм. Может все рассказать всем. Короче, минуту им даю. Если они по истечении минуты ничего не делают, мы стартуем. Или заложников отпускают, или пусть застрелятся. Каких заложников? Ну, это так, шутка. Наконец. Чпок. Алло. Так, рюкзаки я забыл положить еще. Что забыл, думал? Рюкзаки забыл. Блин, вот тебе сказать ДВ. ДВ у командира вон есть. В КВН. Вы просто не то обожаете. Есть. Все, спасибо. Проверка. Проверка. Проверка.
Тут любители оптики могут поживиться у командира СО. А ботов стрелять можно? Так, кто-нибудь помощник РПГшник уже трогал? Да, тут нет такого. А, нет такого? Помощника тут нет. А, ну ладно. Это медик, вот это закон. Да. Чек. Мы что, все в одном БТР поедем, да? Тут ГПшек ни у кого из ботов нельзя забрать. ГП. Ну их там, по-моему, 3-4 штуки все. Тут целое отделение есть по-моему, создали уже. Зато ПСОшка есть у командира свободная, но... Ауди. Подожди ты. Репит, ты полюбил пулемет? Ты не знаешь, что ты решил. Это, кстати, РПК потом работал там на миссии на предыдущей, или там у тебя просто глюки были? На предыдущей, ну вот я со стволом бегал, нормально там был. А если сейчас РПК зону, у тебя, то она захватится, да? Да, техника разблокируется. И они сразу спалят меня. Да. Куда я буду знать? Они будут знать, что ты в квадрате, где-то рядом. Куда я еще не добежал, побегаю. Тебе еще не вижу, еще долго бежать. А на горку поднимать бы все. Че? У кого, кстати, лагает, в есть настройках можно дальность уменьшить. За горку еще. Все бэтеры толпой едут. Или как? Я так и не понял. Наверное. Да один на север, второй на юг лучше. Южный скорее сразу сгорит. Да, на юге стрёмно. А какой на лучше южный? Центру, на юг едет, какой на север? Лучше по центру, на север. Чё он горит там? Там их место, потому что... Удобнее. Я так и думал, бонзай. Это не я! Конечно, поджог или чё? Я сразу. Да-да. У меня все патроны целые. Да-да, проверим. Готовимся, минута, меньше минут. Блин, а что, ты медика не взял, что ли? Вот он сидит. Нет, никто не взял. Смотрите на карте, зона начинается прямо за забором, да? Или что? Я могу вне забора посидеть и не спалиться? Почти, да. Да. Мы едем? Мы уже ехать можем. Давайте в бетером садимся, едем. Стрелком никто не сел. На этой миссии есть только командир с ПСО. Это хорошо. И у них там тоже только с оптикой командир. Паша, мы что, на юг? Девушка. А на куда вы хотите? Мы поедем. Я вообще скажу. Я еду, куда все едут. Типа, я не знаю. Профайл Z. А это прикол такой, да, что их техника тоже синий квадрат отображается в районе Гришина? Синяя зона их респа?
Ну, от их респа я вижу, техника выдвинулась в районе Гришина. А я нет. Замечательно. Репит, у тебя читы. У меня читы повернули на север, видимо, на 3.39 высоту поедут, да? Да. Я вижу тоже. А у вас айсминер работает? Багаюз. Я не знаю, какой Багаюз, у нас, видимо, крот завелся. Да какая-то хрень. Они, видимо, нас видят. Может быть, я тоже их вижу. А, внимание всем машинам, все в отбой. Пропало. Что, отбой? Машина уже не машина, видимо. В чем мы высаживаемся у забора? Мы на север едем, там крюк на Клишин едем, короче. Внимательнее всем будьте на высоте 339, это восточная сторона аэродрома. Вопрос в том, если мы бетер бросаем, то его бросить где-нибудь в лесу подальше, не загонять. Да. Чтобы им потом воспользоваться можно было. Да, то есть, наверное, мы его бросим, потом пешочком поедем лучше. Хорошо. GPS-то нет? Протягу вдоль дороги на северо-запад, я захвачу. Их вообще прекрасно видно. Там, Саша, по-моему, два человека на квадрат надо на захват. Сколько надо квадрата захватить? Все. Все. А, они, Паш, мы сейчас с ними, сейчас будем встречаться. Вижу, да, вижу. Азимут 45. У нас не шпали, вижу. Они тоже на север едут. Ну да. Все, стоп туда. Он в лес заехал. На той стороне? Бетра работают. Бетра колесо. Блять, молодцы нахуй, боком стали, блять, это. Мы носим, где мы стоим. Бонзай, кажется, вы. Не, я Мартин понимаю. Слышу, на севере катается, да. А у нас где-нибудь репит труба-то есть наша? Куколанчи? У меня труба, я рядом с Бетром. Паша, аккуратнее, на него сейчас. Сидит мне Бетер, что там? На шопы, кстати, приходить оттуда. Хорошо стрелять, тем более с ПК. Там пытаешься пробить, пока ты интересно встать. Пехоту вдруг. Бонзай, в общем, колесо не это, вроде не применяй. Вот они больше. Бочину ему насажать. Выбили страйкера или что? Вроде шевели. РП, ты где? Я ползочком в сторону крайнего северного бункера ползу. В уголок? Да ты меня видишь, наверное, если это я ползу. Вот дорогу, а дорогу. Я внутри ползу. Периметра, я внутри периметра. Я внутри через дорогу переползаю. Базай, садись, объедем через. Поставил метку на страйкер. Кто у нас на бетере стреляет, пока. А чё по страйке? Герой? Стоит боком к страйке. И я ещё не вдупля, чё происходит. Видимо, тот, кто не настроил рацию. Я настроил рацию, у меня колесо сбит. Так ты КПВТ бей, а не ПКР. Я говорю, садись через север. Я по пехоте бил. Страйкер на востоке. Понял. У ангаров. А у ангаров вообще противник есть или нет? Да, вас. Уехал южный. Блять, прямо у меня. На КПП. На въезде в аэропорт. Пехота или страйкер? Страйкер. Понял. На вас запад проехал, выехал. Ой, репит, по-моему, к нам едет сейчас. А их же сразу выстегнуть, за одной елки не прячется. Бронеелки. Смотрю, оба страйкера почти. Второй страйкер возле белого дома.
за зданиями. Вижу. А, наблюдаю страйкер напротив ангаров на другой стороне, в красной зоне. От ангаров на 80 в лесочке стоит. Медаль, пожалуйста. А, на него есть синяя метка, есть все, правильно. У нас ПВО страйкер. Очень похоже, на севере что-то прошмагнуло. Через север. Ну тогда сейчас на ангар подождем, может он подъедет сюда. Наш ехал, понял. На север я видел, наш бетер покатил. Бетер, который пока ты стрелял, внимание, едет к тебе страйкер сзади за забор. Чтобы они поменяли. С какого направления он ко мне едет? Он на юго-западе тебе. За забором, откуда мы приехали. Слышь, катается. Смотри, со всех сторон решили обстрелять. Может мы за периметром через север пройдем, захватим другую сторону? Ну я вот по взлетке, по кромке пытаюсь проходить. Ну один это точно походу готов. Сейчас страйкер, который в тыл заходил, его походу. Не, он еще живой. Он живой, он как ушел, он же выпустил до него вещи. Дым выпустил. Давайте по северной части, кто там, пехота, продвигаемся на другую сторону. В сторону северо-востока. Желательно не по взлет. От 1-1 БВ там у БТР на северной части. Где один. Красная метка 1-1 Б БТР, это помечен пустой БТР, ничего никем не занят. Наш едет БТР сейчас в вражескую зону, я не знаю, что он там хочет ловить. Страйкер, в тылу зажгли? Ну, похоже, да. Тут что-то нет. Выстрелом, сэр. Ну да, если пусть, сейчас там, блядь. Мы там вроде нашли. Короче, бегу в лес. Метка синий страйкер, по-моему, пехотинца веду, там бегает кто-то. А чё, сейчас ГПшка там. БТР-1 не МБ будем использовать? Если есть живой. Кому убили, наш БТР или страйкер? Синие метки, враги, красные. Понял. ГПшит кто? По врагу. Он вел. Это конце выбили 4 страйкера. Знаешь, у них техники нет. Ну не знаю, я прошелся 4 страйкера. Все прострелял. Паша, где, где человечка видишь? Ну вы в разрыв последний видел? Я далеко от тебя, я только вот ангар, два ангара наблюдаю издалека с вами. А мою метку видишь, ну от нее сейчас скажу. Может сожгем нас этих? На 130. На 130. Он царит вас на юге, по-моему, с пехоты.
А сжигать, если есть чем, и останется, чтобы еще врага сжечь, тогда сжигать. Захватывает. А наш бэттер, который уехал в сторону ангаров, он же сгорел, да, там? Я так понял. В сторону каких ангаров? Больших, полукругу. Там какое превосходство должно быть сейчас? Двое, по-моему. А, превосходство? Больше, не помню. А, бетер выходить надо, чтобы сказать. Банзай, смотри, да. Юго-восточный зон. Че, говорю, в основном все бежали. А я на удачу сейчас через поле попробую. А, по северной кромке взлетки бегу. То есть, короче, я куда отрабатывал с ГП, пойду обойти, попробую обойти зону. Подожди, Паш, подожди, я сейчас подтянусь к себе, может, парочки сработают. Хорошо, в ёлках сижу там. Я колесо заменю. Он заменяет колесо. Ай. Сейчас, подожди, ракета прилетит. А вы приняли? У меня под землей вообще гонза, ребят. Паша, ты как-то нервничал страйкера? Нет. Они что-то вообще у нас все страйкеры прям пожглись. Ну ладно, у меня ракета прилетела, тут без вопросов. Чем? Пулеметом пожгли? Вот, а, да, пулеметиком пожгли. Ну, может быть, эйс... Хотя это же эйсовские они. Часовые, АВ даст жару или не даст? Это значит, я по АВ ГПшу. В этом. Какой куст. Репит что знает. Сейчас флайер встретится, пацанчик. Все, ПЗ репиту инфу кидает, все ясно. Бам. Че там флайер сейчас? Флайер увидел двух пацанчиков. А не увидел, что он в елке сел один. Так, что-то один понял, по-моему. Да. Но бас. Тот живой же. Но он посмотрел свой. Нет, я знал, что он не свой. А ты что, не видел, что их двое, что ли? Они же нет, я только одного видел. Кот что-то добивает еще. Ну что-то ФСБ там ранен, скоро забило ФСБ. Короче, да. Кто бы не забил. Руби, ну, когда по тебе стреляют еще, да? А чё они слышали? Перебрал слишком сильно. Звоник. Вы, походу, швах сейчас будет. А, или это точки не перезахватывают, когда ты уже в спектаторе? Или что с ним? Перезахватывают. Ну, нет, а, в спектаторе нет. Окей. Всё. Вот когда же... АВ, рип. Блин, а не... ну как он меня видел-то? Да тебе сдали, тебе, Паша. АВ, это и... я по тебе ГПшил уже, да? То есть ГПшки по тебе летели? Да? Или нет? Да всё, Паша, бан. АВ. Чё? ГПшки по тебе летели, когда ты там находился, или это не ты был там? ГПшки рядом, да, падали. Ага, то есть это я тебя, значит, понял. Я просто думал, что там двое у вас. Чё там у Азада на обходы вообще? Там у ребята уже бегают свои. У Хатаба тоже на обходы. Сейчас синяя сторона пожарку удержит, все будет нормально. Пожарку удержать, самое лучшее вообще. Да-да. Ну если бы у того, кто в пожарке был бы РПГ, а, есть. ФСБ отклемался. Вот если он сейчас взорвет его в это. Медицина, кстати, же ноги прикручивают, все нормально. И морфин кого-то. Только медик. Я не смог попробовать.
Только медик. Странно, я вроде как добавлял. Ну ладно. Когда Вест вот выходил из страйкера, его передавил другой страйкер, у него ноги сломались. Я попытался его вылечить, но не получилось. Кстати, вот кто вышел в самом начале страйкера? Картина маслом. Заезжает страйкер. За ним ехало три страйкера. Он-то видел, потому что он вначале их подрезал. На проходе встал и начал выгружать переходу прямо с прохода, когда мы прям за ним едем. Ну, мы в лепешку первого чувака просто вымяли. Это я был Вест. Я думаю, кто там кричит сзади меня. А еще доники на базе гранатами раскидывались. Это не я, это спитер был. Какой спитер? Я один в своем отряде был. Все, тогда спитер нехороший. Там, ну, у нас тесто мужика был, понимаешь? Чувак подходит такой, говорит, типа, мужик не мужик. Понимаешь, это уже дело чести. Да, только сказал, это ты. Ну, ты сказал, когда шел, прогремел взрыв. Побежал, ты первым побежал. Ты побежал первым. Ты дурак, я с вороном был. Значит, не ты побежал. Кто бегал? Кодовс там был или кто? Кодовс, значит. Так, РПГ-хи, я так и понял, у синей стороны только у одного, а у красной вообще ни у кого нет. У двух. У кого еще? Я вот Борн и... Спрятал Вест? Где-то. Не, у меня не было РПГ. У меня было РПГ. Было, короче, а потом я ее скинул кому-то. Я про Борна говорю, не про Борна. Ну, Борн уже мог 70 раз попытаться стрельнуть. Смотри, вот это. И его пропали тогда. А, ну да. Не, ну она смотрит не на них сейчас. Ну, Вест вот тоже стоял, ну хотя у него расстояние было приличное, но все равно. Ну, открываешь дверь, там же есть эти выстрелы, которые, как они, спотинг. Пристрелочные. Что происходит на севере? Почему столько народу дрищет, заходите, а? Понимаешь, страшно. Сейчас, вот сейчас Бодно может спокойно это сделать. Он это и хочет сделать. А, нет. Нет. Сейчас я чувствую, бэкбластом бьет Борна. А Вест вот куда бьет? Господи. Он пытался. Двигающиеся цели, ну Борн, ну мы ж... Ну он был в метре. Да, надо стрелять в ангар, надо стрелять в ангар. В ангар с первого раза не... Стенку, да? Пиши ему, пиши быстрее в стиме, БК, везде. Ломай ангар, ломай все, ломай жизнь там. На Борн не догадается. 5-4. Там нужно 5-4 взорвать ангар так-то. Да ладно. Да. Ангар жесткий он. Не, ну ангар надо 6-4. Я проверял на миссии, 5 было. А там беттеры, да? А что они сделали там? Что они там? Сходили в туалет? Тихо-тихо-тихо, выехал посмотреть. Все, заглохло. Ну вот когда он, вот зачем он убежал? Порно еще одна есть какие-то? Точки обновляются, три тоже. Изначально три ракеты были. Так, Вест. Если убивать их на базе. Версус кто-то. То у тебя их может быть 12. Сейчас его убьет. Порн дурак. Вест дурак. Сейчас кто Вест дурак из них? Принят ислам. Да, Азарт. Азарт его сейчас. Азарт такой, ну и фиг с ним. Да он передумал уже. Да. Ну. Опа. А Вест не простил. Вест не бросил, но Азарт допомиловал его, ну, ладно. Да не, Азарт живой еще вроде. А Вест тут ушел. Не, Азарт, по-моему... Закат? Азарт живой? Гон за колесо сбили, ёптамута. Слушай, там, по-моему, умер вообще. Выбили, выбили, сука, да? Выбили? О! А, да ладно, что наш? Классный бар. Чем стреляли? А почему защита осталась на ней слева, вон? Слева защита не выбили из ящика. Борн? Да, ведь. Да. Что там за ящики, когда реально повесили? Это ящики со всяким зипом. Фрукты, не знаю, гнилые. Овощи, да, там. С фруктовой компанией приехали. О, а было 7-5, осталось 4-5. Это да, очередная миссия, в которой баланс очень быстро меняется. Не, ну она неплоха, в общем-то. Нет, я и говорю, она с таким расчетом, что баланс может меняться очень сильно. Ну, по-моему, изначально не совсем правильно, потому что мавс против РПГ это вообще никак не сравнимо. А беттер против страйкера вообще сравнимо? Сравнимо. Ну, я не знаю, как нас стреляли, но тоже. М2 выносит налоги, по крайней мере, выносит беттер просто на ура вообще, в морду. Нет, не обманывай, издалека. Издалека не выносит. Ой, увидел. Ну, какой Вест, издалека? Увидел. Через взлетку метров 300-400 Вест, легко. Вест тут перезаряжается, ребят. Все, серьезно. Пока, Вест. Да. Нет, ну он живой. 1-1.
Они друг друга убили, по-моему. Нет, Вестл живой. Хаттаб тоже. Хаттаб умер. Хаттаб умер. Он в руку упал. Хаттаб, почему ты в него не стрелял? Он лег, начал перезаряжаться. Он не, знаешь, Паш, в чем честняк? У нас, по-моему, не фикшены эти юниты, эти, морпеховские. Ну, америкосовские. У них же там в эйсе прописано дополнительно. Да броники? Вестл-то пофигу, начнется. Ему в руку попали. Керамические вот броники у всех? Типа того. Ну, помнишь, как на сохрани там... Да-да. Вот, все, вот это точно. На самом деле, знаешь, тема хорошая, лучше скопировать и реально у тех людей, которые с бронежилетом, такую повсеместно сделать. Ну, сделайте миссию, короче, с... как это, короче, лечение. Просто все бессмертные. Ну, нахрен, да. Только суппорт от пулемета убивать. Вылетел на Леврекса, пустил в него пол обоймы. Это на Ставке, да? Не-не-не, на Сэнди он тогда... Помнишь, мы потом еще очень бомбили? Я тоже с кем-то... Два человека после перестрелки был, он в меня попадает, и я в него все. Я в него, говорю, пол обоймы внес, он такой разворачивается и в меня начинает просто. Ну, то есть, а что ли Леврекс был? Я помню, тоже с кем-то перестреливался. Так да же. Блин, там у всех такие перестрелки. У каждого таких историй. Нет, знаешь, я помню сегодня раз. Нет, ты не понимаешь, Краб, там была система ранений, типа как в Call of Duty. Почему не понимаю, я же играл в сталкера. А, да. В сталкере же тоже эта херня, точно. Да-да. Не, ну там вообще это дичь такое ставить. Там. Это с этот, не свалка, а... Как же она называлась-то, эта миссия? На Чирске зимненько? Нет, это на... у него на... Первый раз на свалке. Руси... Не, первый раз это было на свалке. Да-да-да. Визору вообще не страшно. Стоит у ангара так, в полный рост. Это моя территория. Мой ангар. Кронос ждет своих тел. Ну, я думаю, сейчас Корвус тут и кончится. Меня, по-моему, окно убьет. Не? Не, сейчас, если они сейчас с визором постреляются, то вообще будет прикольно. Визор такой. Заметили. Ой, там кто там такой детский? Кто у нас? Чего, раненый? Что? Во, Паш, знаешь что? Можно в миссии не заменять там это, а ППшки выдай патроны этим русакам. А что они там делают? Пересматривать. Они керамику эту просто, по-моему, ну, не замечают. Делай, чтобы техника выносила там пробитие патроны, больше. И все. А на этом вроде завязана броня. Делай, чтобы везде был один большой крит по БК на все техники, и все. Чтоб сразу потом пехота начиналась. Сделай так, после красивого тебя микрофон не работал. Ну это легко чиниться. Над этим мы уже работаем. Да. Сегодня я, короче, начал историю рассказывать, а мне казалось, Team Speak вылетел, никто ее не услышал. Фух, слава тебе, господи. Людям повезло-то, а. Тестовые запуски. История про моего брата, который меня разучили в рандоме. Хоть ему и 13 лет, но все равно. Репит выжил? Ух ты. Сиделки, ничего. А чё там Вест? Сиделки. Да нет. Нет, по сути у нас больше квадратов, мы выиграли. Да двигаются, просто аккуратно и тихо очень. Выжили только аккуратно. Кпап Карлос, инфу съел. А зданик? Ты никто ему ничего не сливал. Я думаю, он сейчас нарвется. Потому что, зная Корвуса. Целит. Слили. Зданик. Чё? Я никогда не сливаю инфу. Только давайте ничью другую миссию. Кто вообще должен был ждать? Ну тут прям странно, как-то он прям смотрит туда. Старается еще лучше. На Кроноса идут. Я согласен, Корвуса есть что забанить. Че-то не очень. Очень странно, конечно. Не, ну а че, они ж не тупые, тут квадрат. Ой, я зоник, ну. Я был с самого начала думал. Ну, так. Понимаешь, почему он желтый? Его никто не брал. Нет, потому что они в этом квадрате, но он у них желтый.
2 плюс 2 сложить легко, значит, дурак. Вот они сидели и рассматривали. Ну, значит, у них такой глазомер, что они поняли, где он кончается, а где нет. Ну, что так там видно границы, если что. Где? Как? Ну, границы квадратов видно, если там на карту смотреть. Там квадрат достаточно большой. Там так, я говорю про то, как смотреть глазами. Вот он видит на елку. Почему он смотрел на эту елку? Почему он не думал, что в глубине там кронус, например? Ну, или ведь квадрат мог и туда продолжаться. Выставил там подпольную деятельность. У вас вот там херня страдает. Страйкер выбили второй, да? Да всех выбили вроде. Техника уже давно. Нет, там это... Страйкер тогда... А, кстати, да, жох. Может быть живой нафиг, который убил нас. А только члены экипажа Паш могут или все? Все могут. Так понимаешь, страшно на технике. Пехоты ты бегаешь, можешь где-то укрыться. Может быть живой, я в него две коробки с КПВТ всадил. Ну чё, Вествуд или кто? Yes. Они в своих елках сидят, не понимаете, что. Ой, не слышу этого. Ой, вот и это типа я сдал, да, еще тоже скажите? Пипец. Смотри, слепые вообще. Там уже слышно, как он ходит. Он заподозрил, походу. Сейчас будет Арума, если успеет, блять, не успеет. Вилас, ты чё не слышал, что за тобой ходит? Да блин, там сказали, репит, чтобы я... Вилоса, походу, убили.